Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелова Борис. И, как вы знаете, по истории моей страницы, я веду два проекта. Сейчас, на данный момент, у меня два проекта. Один из проектов CryptoHen, второй Апельсин. Сейчас я вам вот так кратко покажу, буквально 3-5 минут это видео будет, кратко покажу, что эти маркетинги, они практически одинаковые. Есть там свои там какие-то нюансы, но тем не менее. Давайте откроем. Смотрите, есть подробная инструкция. В проекте CryptoHen с первого приглашенного вы возвращаете 0.05 Этериума. В проекте Апельсин с первого приглашенного вы возвращаете те деньги, которые вы сюда завели. То есть здесь три площадки, единственное для в Апельсине. Вот есть Верна и Салустиана. И все они одинаковые практически. То есть с первого человека, например, Гамлин, это 280 рублей. Верна это 1450 рублей. Салустиана это 120 рублей. То есть здесь на выбор. И стоимость активации. Это вот и все, что я вам показал. В CryptoHen то же самое. И смотрите. Здесь у вас три человека стоит, и здесь у вас три человека стоит. И здесь все эти проекты, у них практически нет различия по переливам. Есть здесь переливы и в CryptoHen, есть переливы непосредственно и в Апельсине. И каждый приглашенный получает перелив. То есть перелив вы получаете в CryptoHen, когда заходите, потому что под вами три человека, и четвертый ваш приглашенный, он встает вниз под вашего первого приглашенного. Также получается и в Апельсине. Почему я выбрал эти проекты? Потому что их достаточно просто вести и достаточно просто в них зарабатывать. Если у вас остались какие-то вопросы, можете обращаться в личные сообщения, контактные данные даны в описании. И также рекомендую заходить и сюда, и сюда. Либо, если вы как-то с криптовалютой особо не дружите и связываться не хотите, тогда для вас проект Апельсин доступный. Здесь все в рублях, здесь все сразу приходит на кошельки. И в CryptoHen все сразу приходит на ваш кошелек. Вот поэтому я и выбрал эти два проекта. Ссылки на эти проекты вы найдете в описании под этим видео на канале YouTube. И также, опять же, повторяюсь, если у вас остались какие-либо вопросы по Апельсину, либо по CryptoHen, можете обращаться ко мне в личные сообщения. Всем привет!